28 марта. И что мы видим? Еще вчера было так тепло. Еще вчера мы садили цветы. Еще вчера этого не было. Посмотрите ролик 27 марта, дорогие друзья. А теперь посмотрите на вот это вот, что сейчас происходит. Это заново чистить снег. Я не поняла, только недавно все растаяло. Еще вчера, вот я иду, кстати, смотрите по снегу. Вот здесь вот я вам показывала, какие я посадить, хоть собиралась растения. Здесь я выставила цветочки, чтобы они грелись на вчерашнем солнышке 27 марта. Ну, сегодня 28 марта, тот же ракурс. И посмотрите ролик. Вот это чудеса. Это и смешно, и грешно, и плакать хочется. Ну, вот такой март. 28 марта я иду вот по такому снегу. Вчера здесь снега не было. Вот, посмотрите, что это такое. Это вот что-то такое необычное в природе происходит. Надеюсь, через 4 дня это все растает. Написано, что 4 дня будет мороз. Может, конечно, и растениям хорошо, то, что и они сейчас лежат под снегом и не замерзнут. Но то, что фантастика, я вот проснулась, и вот тут такое, то я не понимаю. Такое бывает вот так быстренько, да? Ну ладно, зимой. Ну, весной 27 марта, гляньте ролик, а вот 28 марта, посмотрите, как красиво снег. Зима не хочет уходить вот такими полосочками лег. Ой, прям как будто швы покрасили. Просто прелесть для фотографии. Ну, что, нежданно-негаданно, мы сегодня с вами прогуляемся по саду. Любимый сад у Татьяны приглашает вас пройтись по саду. И пошептать немножко, что могу вам рассказать, что шок-контент. Я думала, тут в огородике покопаюсь, что-нибудь поделаю. Тут вот, смотрите, сняла укрытие одно с гортензией и ее вот так завалила. Рассказывала, как я хочу снять все укрытия. Вот вам чудеса. Вот и сняла укрытие, называется. О, тут вообще туя, смотрите, развалилась. Вчера хотела вам показать, как одну тую сломала. А тут просто, смотрите. Вчера показывала вам, что тут спанбонд мешает красиво смотреть мне на природу. Все, снегом, пожалуйста. Не нравилось спанбонд? Вот тебе снежок, пожалуйста, 28 марта 2023 года. Ну вот, смотрите, вот иду. Вот сколько снега. Вот это чудеса! Как там мои растюшечки? Я перенесла, кстати, все гортензии в парник. Парник завалила. Пруд только не застыл. Обычно он сам последний оттаивает. О, тут даже не пройти. Вот такие снега. И тапочки вот стоят в снегу. Вот такие. Прикольно. Вот так, 28 марта. Вот такая прелесть. Здесь все засыпано сугробами. Форзиция, может, хотела уже начинать цвести. Мне так кажется. Передумала потом. Вот. Шезлонги так все в снегу. Вот это да. Ну и прудик. Смотрите, как красиво пруд смотрится. Как будто в Альпах. Вот так красиво. Такой тоненькая-тоненькая корочка на пруду. На пруду сверкает лед. Да значит, Новый год. Вот такая прелесть. О, как усыпаны хвойные. Смотрите. Вот так прям шапки не держатся. И это... О, завалилось! Такого не было. Прям на крышу завалилось. Это туя рассыпалась. Ей надо срочно стричь. А, парник засыпало. Смотрите, эта туя просто падает на... О, они такие большие. Надо срочно стричь их.
вызывать службу. Они прямо на баню завалились. Может, конечно, это не передает. Парник весь в снегу. Телефончик передает или не передает? Видео. Вот так. Вчера я тут работала еще. Посмотрите. Вот это грозди. Ей так тяжело. Давайте я ее потрясу. Может, немножко освободить ее. Ей так тяжело, она прям развалила. Смотрите, все свои ветки. И внутри так страшно, страшно. У-ху-ху. Давайте ей поможем немножко. Конечно, если я что-то не так сделаю, то крыша еще свалится на меня. О, посмотрите. Это не зима, это март. Да, отходим, отбегаем. Ну, мы особо ей не помогли. Ну, как это ей помочь? Руки мерзнут. Снег идет дальше. Вот, посмотрите. Ни земли, ни неба не видать. Словно по облакам идешь. Еле до дома добралась. Вот такой красивый пруд. Ну холодно же. Вообще-то я вчера грелась на солнышке. Я ничего не понимаю. Напишите, как у вас. Я замерзаю. А эту тую сломала? Когда? Только что? От снега? Может быть, потому что она уже проснулась. И сейчас ей тяжело, и они ломкие. Прямо дыра. Смотрите, за одну ночь такой ущерб. Потому что ледяной снег и очень много. И она просто, вот смотрите, ладно зимой, когда это бывает, а весной. Вот она стоит, и от тяжести видно, она зимой готова к такому, а летом, вернее, весной не готова такое выдержать. И просто вот так отламываются ветки. Я уже нашла, смотрите, и эта трагедия целая, и там туя развалилась. Я думаю, что я еще много чего не вижу. Везде тут они кривые. Вот, смотрите, как они рассыпались неожиданно все. И вот это рассыпалось. Ох ты, ох ты. Так, пройдемте-ка в парничок. Что-то мне уже грустно ходить. Было весело, а сейчас уже не смешно, потому что снега стало больше, чем в феврале и в марте. Это за один день. А что будет дальше? Он там сыпется и сыпется. Давайте тепло, быстрее. И это все начнет опять таять. Вот, смотрите, каждая туля в таком состоянии. Вообще, выйдем мы сегодня на день рождения? Или тут все завалило, мы даже не выйдем с дачи? Ого, самшитики в снегу. Вот это да. Еще раз повторюсь, дорогие зрители, дорогие друзья, на улице очень холодно. Снег выпал просто за одну ночь. Посмотрите ролик 27 марта, потому что это контент-шок. Так, не открывается снег. Вот, я подготовила. О, тут им тепленько. Тут они в защите. Вот тут растения растут в парнике. И петрушечка, и шпинат, вот, и орегано, вот, пожалуйста, вам. И вот я в снегу зашла. Тут я спрятала розочки, они уже проросли все. Сюда принесла гортензии вчера, которые на солнышке грелись, посмотрите в ролике. А это так не укрыло. Так, надо спасать. Может, хотя бы такую тряпочку накинуть? Нет. Ладно, все смешно. О, божечки. Он валит дальше. Ну, Дед Мороз, давай уходи. Это, отпускай уже эту зиму. Давай весну. Это не смешно. 28 марта. Вот так вот. Еще и пополомал все. Ладно, мы привыкли, что ты пополомал. Вот тогда, после зимы, мы уже приняли. А вот тут сейчас все растения развалены. Ну, давай. Быстрее тай все это. Они же не могут это больше держать на себе. Вот это. Ну, конечно, сейчас еще и ветер меня сдует.
Вам, наверное, неудобно и слушать меня. Тут замерзло, наверное. И это замерзло. Может, лопнет? Тут моя Леечка вчера поливала, я растение. Но тут Леечка замерзшая стоит. Вот так. Вот это фантастика. Это ужас. Все поломано. Вот, вот эти туйки, они сломались еще после зимы. Каждая туйка была сломана. Я ее тут немножко почикала, привела в порядок. И они тут заново. Ой, и это, смотрите, тоже наклонилась. Это вот так им тяжело от такого резкого, да? О, посмотрите, она тут прямо вот так. Вот это да. Ого-гошеньки, да, натворила дел. Сейчас еще снег еще навалит, потому что, о, я иду, но за ночь навалило и на... за утро так засыпать. Ой, у меня нога проваливается. Вот. Вот так вот. Не знаю, дорога ли есть. Смогу ли я выехать? О, тут еще копать придется. Дверь не откроется. Вот так. Я, конечно, понимаю, что это не май и не апрель, а март. Но, ну вот просто, честно говорю, вчера я в земельке копалась и там что-то еще ковырялась, что-то пыталась начать какой-то процесс. И вам все рассказывала, рассказывала. Тут вот такие чудеса творятся. Все в снегу. Вот так. Да, зима вернулась. О, а это что за гигантские деревья? Такие. Да. Ну, ну, пожалуйста, зайдите, сравните 27 и 28 числа. Вот это да. Вот это все засыпано. Ну, это лавочка так засыпана. Ну, в общем, деревья начали, туйки портятся, ломаться. Вот видишь, показано, что тут еще проталинки такие. О, показывала вчера вам. Вот этот тис. Вот так. Вот такое у нас происшествие тут произошло. Вот так все уложено. Страшненько. 4 дня терпеть холода. А потом не резко тепло станет. В общем, зима вернулась. Прятаться надо в дом. Забыть про растения. Вот показывала, что азалия должна расцвести. Вот. Но земля укрыта. Укрыта огромным снегом. Вот так. Так что всем, дорогие друзья, привет весенний. Желаю вам удачи. И чтобы поменьше чего-нибудь сломалось. Вот так у нас в Беларуси происходят чудеса, а в Египте на море люди плавают, а мы мерзнем, 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 волчий хвост. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал, вы были в саду, у любимой сада Татьяны, на меня валит снег без остановки. Снег кружится, летает, летает и по сёлу.